Вау! Как это так могло быть? Вам понадобится ключ, леска и ножницы. Удивились? Да. К этому волшебству нужно подготовиться. Смотрите, к ключу привязана леска. Она уходит мне в рукав, проходит под пиджаком. С этой стороны привязана к часам. Угу. То есть, смотрите, если я левую руку подаю вперед, то ключ утягивается в рукав. Давайте посмотрим, как это сделать. Видите, леска довольно-таки длинная. Но ее нужно отмерить по себе. Мы вместо лески возьмем нитку, чтобы вам было виднее, как все происходит. Смотрите, изначально здесь она была привязана к часам. Когда привяжете к часам, убедитесь, что узел не развяжется. Да. Угу. Маш, будешь делать ты этот трюк, поэтому наденем часы на тебя. Угу, встань. Надевай на левую руку часы. И смотрите. Повернешь там спиной? Смотрите. Вот так идет ваша леска. И с этой стороны мы ее привязываем к ключу. Отмеряем. Она должна быть немного короче, чем ваши вытянутые руки. Сейчас мы ее натянем. Даже если вы возьмете нитку плотную, то тоже сойдет. Держи ключ, покажи его. Так, всем. Вот, главное, когда показываете ключ, держите руку пильной стороной. Потому что с этой стороны видно будет леску. Да? Ваша задача спрятать ее от зрителей. Я буду твоим рукавом, Маш. Все, готово. Показывай. Сейчас, подожди. Придержу там за спиной нитку. Обе руки идут вперед. Ключ оттянулся, сделали вид, что он еще в руках. Немножко потерли пальцы и раскрыли ладони, показали, что они пустые. Все понятно? Да. Да.